Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 23 октября. Память святого Игнатия, патриарха Константинопольского. Святой Игнатий был сын императора Михаила Рангава и императрицы Прокопии, брат Феофила и внук императора Никифора. 15-летним отроком он был заключен в монастырь и впоследствии сделался игуменом монастыря Архангела, называвшегося сначала Восточным, а потом Сатира. Затем он был поставлен патриархом Константинопольским. Это было в 846 году. И оставался на патриаршем престоле 11 лет 5 месяцев, пока не был изгнан императором Михаилом. Вместо него был поставлен Фотий, протоспофарий и протосинкрит Константинопольской церкви, ранее бывший простым монахом. Протоспофарий – знатный великий чин, бывший при дворе греческого царя. Протосинкрит – это начальник придворных, который имел право входить в ложницу царскую. После изгнания Фотия императором Василием, Игнатий вновь патриаршествовал, на этот раз 10 лет, и опять был изгнан императором Никифором, убитым впоследствии болгарами. Его место занял святой Стефан, сын императора Василия, а святой Игнатий удалился в монастырь Сатира, где с миром скончался 89 лет от роду. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.